Вон там! Это он! Вот он, снимай, снимай! Вот он. Осторожно! Кто это? Ты, видимо, новенький. Снимайте, пропусти! Это Брюс Уэйн. Мистер Уэйн, Кларк Кент, Daily Planet. Что вы думаете про самосуд Бэтмена в Готэме? С правами граждан никто не считается. Люди живут в страхе. Он считает себя выше закона. Несколько лицемерно для Daily Planet критиковать того, кто, по их мнению, выше закона. Согласны? Ведь вы раздуваете сенсацию каждый раз, когда ваш герой снимает котенка с дерева. Я про пришельца, который способен испепелить планету. Большинство не разделяет вашего мнения, мистер Уэйн. Возможно, во мне говорит Готэм. У нас были трудности с психами, разодетыми в клоунов. Парни! Брюс Уэйн и Кларк Кент. Ха, здорово! Обожаю сводить людей. Ну, как дела? Лекс. Привет. Лекс, очень при... Оу! О, крепкое рукопожатие. С ним связываться явно не стоит. Знаете древнейшую ложь в Америке, сенатор? То, что власть может быть невинной. Ты хочешь начать войну? Этот сукин сын уже начал войну. Ты знаешь, что не сможешь победить. Это самоубийство. Величайший гладиаторский поединок в истории. Сын Криптона против летучей мыши Готэма. Ты психопат. Какое емкое слово аж из трех слогов при таких скудных мозгах. Ты узнаешь, что значит быть человеком. Прекрати! Если бы я хотел, ты уже был бы мертв! Если человек не может убить Бога, справится дьявол! Что ты натворил? Вот черт! Она с тобой? Я думал, с тобой.